всех у нас есть определенные паттерны того, как мы себе видим этот проект мечты. Ты пьешь, что-то там гуляешь, съемочная группа, камеры. О-о, вот это я попала. Это же нельзя назвать просто программой. Это была абсолютная эврика. Она прочитала и сразу же сказала, все. Я хочу это делать. Ведущая «Орла и решки» — это работа на износ. Ты спишь по 3 часа порой. Мы ели столько раз, сколько показывали в кадре. Я была лошадь, она была пони. Работали. Больше всего. Больше всех. Не, больше всего. Да и больше всех. Когда идет волна хейтов, ее не остановить. Ведущий — говно. Это просто, это полное говно. Все, комментарии в интернете прочитал, удалил. Столько путешествовать, столько видеть мир. Как бы там кто ни жаловался, это, безусловно, работа мечты. Ну, волосы, конечно, чуть-чуть выпали. Особенно после кислотного дождя. Что такое телевизионное путешествие, мне кажется, это изменило «Решка». Мы в каждой программе показывали, в каждом городе мира можно провести интересный уикенд, имея всего $100 в кармане. Это, наверное, один из лучших дней в моей жизни. И смотрите нашу программу, и не смотрите больше ничего.